Привет! Меня зовут Мария Кьяра. Я приехала сюда из Неаполя. В Неаполе я учусь в университете Лоретале, а здесь я учусь в ТГУ. Я Валентина, я учусь в ТГУ и я тоже из Неаполя. Сегодня мы решили показать басню Крылова, потому что в Италии есть такая же басня. А там цикада, не стрекоза. Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит глаза. Помертвело чистополье, нет уж дней тех светлых более, как под каждым елистком был готов и стол, и дом. Все прошло зимой холодной, нужда, голод настает, стрекоза уже не поет, и кому же в ум пойдет, на желудок пьет голодный. Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кумели, дай мне собраться силы, и до вешней только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, доработала ты в лето, говорит ей муравей. До того ли голубчик было в мягких муравах у нас, песни резвость всякий час, так что голову скружила. А так ты? Лето целое все пела. Ты все пела? Это дело. Так пойти же, попляши.